А у нас заканчивается засуха и начинается похолодание и сезон дождей. В общем, 30 градусов уходит и резко, как я и говорила, 15, 14, 11. У нас есть вот такой пакет газона. Это мне газон как-то присылали на обзор. Мы его не посадили в прошлом году. Тут по срокам, срок годности 2 года. Ну вот, урожай 20-го. Фасовка 21, но я думаю, что все нормально. А вот такой большой пакет, 2,5 килограмма, и называется травосмесь универсальная. Город Иваново производство, и здесь вот указан состав. Мы сажали овсяницу, она у нас долго не всходила, потом она взошла. Мы в следующем году, там такие пролысины, мы их решили весной покидать. А вот здесь вдоль дома, где мы не сажали газон, есть у нас тут места, сейчас покажу. Нужно вот этот, вот это все раскидать. Значит, смотрите, здесь состав смесь семян. Состоит он райграсс пастбищный 30%, овсяница луговая 30%, тимофеевка луговая, ленинградская 30% и овсяница красная 10%. Сейчас, кстати, открыли интернет, прочитали, что сентябрь – самое идеальное время для того, чтобы сеять газон. Поэтому то, что я сказала весной, мы сейчас еще и ту коробку досыпем. В общем, у нас есть одна коробка из тех, сейчас тоже покажу, и вот то, что я сказала. Значит, вот этот пакет, куда мы будем рассыпать 2,5 килограмма, здесь тоже есть вот такая информация. Самым оптимальным условием для посева семян является теплая, не жаркая погода с умеренным количеством осадков. Вот она и начинается. 15, 13, ну, я надеюсь, все будет нормально. Может быть, еще ситуация улучшится, так как сегодня только 28 августа и резкое похолодание. Но вдруг там неделя, пока не пишут дальше прогноз. Вот на неделю холодно будет. Холодно, дожди. И, значит, вот 45-50 дней, чтобы до первых отрицательных значений температура оставалась не менее 40-50 дней. А здесь вот так вот написано, ну ничего страшного. Значит, вот этот пакет, куда будем мы высаживать? Я показывала, что мы перед террасой здесь накидали землю. Вот, сейчас выйду сюда. Вот, перед домом мы здесь выравнивали. Теперь у нас здесь ровно, более-менее ровно. И нам нужно вот сюда накидать газон вокруг гладиолусов. Вот там, где моя тень, там уже у нас тот газон, который я ранее сажала. Мы его сейчас подсеем. Тоже пусть он тут растет. Он многолетний. Не сейчас, так он весной ранее начнет. И здесь вот эти пролысины, это я вот этим новым пакетом. В общем, вот это место. Здесь вот я сейчас покидаю. Здесь вокруг кустов. 2,5 килограмма, мне кажется, хватит тут все это покидать. Вот. Ну и главное, что вот здесь, возле дома. Все, раскидываю. Что тут внутри? Вот. Вот такие семена. Их тут много. В общем, и я начинаю раскидывать. Кстати, мы собрали тент. У нас тут перед домом тент стоял. Прям так грустно. Ну, потому что все, холодно, дожди. Пока он сухой, мы тут все сложили. Все, начинаю я раскидывать. Здесь, кстати, вот видно, вот здесь нет, и здесь я вот прям так буду пообильней. Его много. Мы тут его как раз-таки завтра дождь. По-моему, сегодня ночью вот начинается такая, начинается изменение погоды. В общем, я рассыплю и покажу. Все, рассыпала я весь пакет. Вот, все. Буду смотреть. Значит, вот здесь около дома все рассыпала. Вот тот треугольник вдоль забора. И вот где чуть-чуть вот в углу там рядом с парковкой. И вот все вот эти залысины. В общем, все будем наблюдать. Смотрите, кто к нам пришел. О, котик пришел. Чей-то котик. Он сначала культурно так зашел под дверью, потом посмотрел, вышел вот там, потом смотрим, снова идет, вот прям через секунду отбежал. Кисонька такая, обычная, такой в полоску. Это чей-то котик, я думаю, домашний.
Вот у нас еще осталась последняя коробка газон Сити. Это овсяница, то, что у нас выросло 1 килограмм на 35 квадратных метров. Я рассыплю вот этот газон сейчас на все наши залысины. Мне кажется, это от ветра, когда мы сажали, были сильные ветра. Вот где его нет, а сейчас я там и подсыплю. Я уже показывала, что внутри вот этой коробки вот такие пакетики. Это просто овсяница. Вот это мы посадили какая-то смесь, будем смотреть, что это. Вот эта овсяница, она очень долго всходит. Сначала она нас расстроила, а потом, как она распушилась, прям такой шикарный газон, но есть залысины. Поэтому я пошла, пораскидываю. Смотрите, куда кот ушел, нужно его выгонять. В дом ушел. Куда ты делся? О! Кисонька, выходи, зайчик. Выходи. У меня муж за кормом поехал, говорит, не могу. Знаете, у него шея такая, как будто он на цепи сидел. Зажатая очень шерсть. Вот я посмотрела, какая-то странная шерсть. Давай, зайчик, выходи. Сейчас муж у меня приедет, корм привезет. Кот, смотрите, какой интересный. А шея, как будто он на цепи сидел, где шерсти нету. Ой, вот это место, как ободок, странно как-то. Тут издевался, что ли? Почему шерсти нет? Ну, она есть, она какая-то как примятая, что ли. Давай, маленький. Сейчас мы тебе покушать. Вот. Как будто его на цепи держали. Сейчас я ему водички вынесу. Водичку ему дала. Стаканчик налила, пьет. Полный стаканчик ему налила. Чей такой? Вот вроде все нормально, какая-то вот шейка. Мы все время за животных так переживаем. Пить хочет. А лапы у него такие, он сам такой не очень толстенький. Кошечка вроде это. А лапки такие широкие, вот где пальчики. Хвост пушистый. Вот шейка какая-то странная. Перетянутая была. Нельзя на стол. Нет, 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 нельзя. На стульчик тоже нельзя. Сиди, жди. Вот, иди еще водичку попей, иди. Да. Еще попей, еще. Пушистик. Шейка. Что тут с шейкой такое? Никаких ран нет. Вот. Кушать. Кушать она прям... Она сначала не поняла. Я вынесла за пределы, вот сюда, за ворота. Зову-зову, она не идет. А потом я ей поднесла. Она понюхала, поняла, что это корм. Прибежала за мной. Голодненькая. Двойная вкуснятина. Ну, кушай. Муж наверняка несколько пакетиков купил. Он не покупает по одному, он сразу несколько берет. Все, раскидали новый газон и предыдущий газон. И у нас еще немножко в пакете осталось удобрение. Вот раскидываем удобрение для газона. В прошлый раз я показывала, несколько дней назад мы покупали в Леруа, тоже раскидываем. Ну, будем смотреть. После линтуры еще больше здесь трава посохла, сорняки. Обрабатывали линтуром, это газон остается, а сорняки погибают. В общем, все так и случилось. Средство недорогое, 56 рублей пакетик. Мы вот весь наш газон всю зону двумя пакетиками обработали. Вернулась. Я ее за пределами участка кормила. Идет туда, где комфортно, где кормит, где поет. Покушала. Пакетик один съела.